Томас, хорошо, что ты пришел. Прошу прощения, что сразу перехожу к делу. Диас попросил меня проконтролировать одну небольшую сделку. Надеюсь, в этот раз проблем не будет. Именно поэтому я подумал о тебе, друг. Вот это мне нравится. Слушай, если тебе нечего делать, тогда... Вы новый человек Кортеза? Пока не возникает более удачный случай. Они сейчас будут здесь, нам лучше найти хорошую точку наблюдения. Окей, я возьму балкон, а вы идите на крышу напротив двора. Не волнуйся, я тебя прикрою. Эти гайдяне думают, что смогут взять Рикардо Диаза. Лоли, мне нужна подмога. Мои деньги. Не стойте там, черти, отправляйтесь за этим гайдянским дерьмом. Thank you.
Я жив, и все благодаря тебе. Как тебя зовут, дружище? Томми, надеюсь, мы скоро увидимся. Черт, это был Ланс?